Дорогой дачник, здравствуйте. У нас сегодня 24 января 2021 года. Вот мы с супругой приехали на дачу. Ну, типа, посмотреть тут. Никто не лазил. Ну и основная задача — это накидать снег в теплицу. Смотрите, снега, ну, практически нет. Очень мало, очень мало. Мы в прежние годы с супругой тоже приезжали на дачу. Ну, тут было по колено. А сейчас кот наплакал. Вот, смотрите, делянки все засыпаны снегом. Это возле восточной стены сарая. Это вот две делянки возле южной стены сарая. Ну и там, это самое, возле западной. Ну и так, смотрите. Все деляночки, которые я мульчировал, все засыпано. И вот теперь смотрите, сегодня у нас, ну считайте, весна. У нас сегодня плюс 3. Хотя 2 дня назад было минус 20. Вот так меняется резко погода. Ну ладно, смотрите, вот сейчас снег сам по себе тает. Он мочит мульчу. И так как он мокрый, вес его удваивается. И он, ну, все органические остатки, которые мы используем в качестве мульчи, он придавливает к поверхности почвы. А уже весной, когда он стает, из этих органических остатков, которые мы клали с вами во время основного осеннего мульчирования, у нас получится с вами органический асфальт. Он будет надежно прикрывать поверхность почвы от прямых солнечных лучей. Этот органический асфальт будет создавать влажные, благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных жителей, ну, так скажем, микроорганизмов, червей, личинок насекомых и других. И вот в этой живой почве ваши растения, которые бы вы не высадили через рассаду или саженцами, или посеяли через семена, они будут расти сами. В живой почве, как в почве во владениях матушки природы, все растения растут сами, запомните, и выращивает их не почва, не почва-грунт, выращивает их почвенные микроорганизмы. В основном это грибы. Так, вот тут молоденькие саженцы деревьев. Ну, пойдемте. Сейчас. Здесь главное не упасть. А то снег мокрый, проваливаешься. Идем с вами до теплицы. Во! Сейчас посмотрим. Если снега тут мало, я с собой лопату взял и накидаю. Да, ну тут вообще, ну тут как обычно, вот видите, дверь открыта, немножко наметает, ну и все. А на основную массу мульчи снег не ложится. Ну, мы с супругой каждую, ну скажем так, не весну, а предвесну, там в конце февраля, в начале марта приезжаем, набрасываем. Ну, естественно, это самое, мы подгадываем, чтобы снег был. Ну, и желательно вот как сейчас. Мокрый, понимаете? Он сейчас как, это самое, бубухнется вот на сено с листвой. Ну, все. Он ее придавит. Если за теплицей, да, вот видите, матушка природа своим снегом сама здесь уплотняет мульчу. А в теплице, видите, это, нам самим приходится. Ну ладно, ничего страшного. Ну, в общем, вот такие у нас дела. А, во, ну-ка, смотрите. Вон супружнина роза. Я точно не знаю,
там вымерзла она в этом году или нет. Вот смотрите, в прошлом году не вымерзла, хотя, наверное, неделю стояла минус 18. Ну не знаю, снег растает, тепло придет, и все мы тогда узнаем. А вот этот рекусечка в жимолости у нас. А вот снег. Смотрите, как сползает с крыши теплицы. Вот он падает. В прошлом году и в этом году, точнее сказать, с прошлого года я решил снимать нетканный материал, ну, чтобы снег не задерживался. Нет, он не продавит крышу, ничего. Ну, просто он лежит, это самое, притеняет ее. Ну и сам материал под массой снега, ну, рвется, короче, вот на этих, на саморезах, там, на шляпках саморезах рвется. А так, смотрите, хоба, сполз. Сейчас мы с вами посмотрим, с другой стороны сполз. А, нет, отсюда не сполз. Ну вот уже, он, видите, подтаивает. Сейчас ползет. В общем, вот такие у нас дела. Сейчас я, наверное, сделаю эту самую фоточку теплицы без снега. Ну и потом сделаю фоточку со снегом. Если у вас есть возможность и вашу теплицу не заносит ни вьюга, ни пурга, снег, то вот имеет смысл, конечно, на мульчу набросать, ну так, хорошенький слой, от 40 до 50 сантиметров. Все, короче, я буду заниматься и потом вам сделаю фотки. Все, пока-пока. Напомню, сегодня 24 января 2021 года. На связи был Сергей Дьяков.